Самые длинные ногти в мире. Это красиво, когда в меру. Длинные ногти – непременный атрибут красоты каждой девушки. Но оказывается, можно отрастить их необычайно длинными. Причем настолько, что глядя на них, невольно изумляешься. Примечательно, что можно встретить и мужчин, которые растят ногти необычных размеров. Представляем самые длинные ногти в мире. Сегодня обладательница самых длинных ногтей в мире живет в Лас-Вегасе. 45-летняя певица Крис Уолтон, которую многие знают под псевдонимом «Графиня», попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Специалисты зафиксировали, что наибольшая длина ногтя на ее руке равняется 91 сантиметру. Не каждая девушка может похвастаться такой длиной ног, что уже говорить о ногтях. Такой ноготь графиня отрастила на большом пальце левой руки, а вот сумма длин всех ногтей артистки больше 6 метров. Крис очень рада такой длине ногтей и говорит, что никому не доверяет ухаживать за своими руками. Женщина каждый день самостоятельно делает себе все гигиенические процедуры. Ежедневно на это у нее уходит несколько часов времени и несчетное количество бутылок лака. А вот до Крис Уолтон, оригинальное звание и запись Книги рекордов Гиннесса, принадлежали американке по имени Ли Редмонд. У нее самый длинный ноготь вырос до 80 сантиметров. А вот их общая длина была 7,5 метров. Это на метр больше, чем у нынешней рекордсменки. Для того, чтобы вырастить гигантские ногти, у Ли ушло 27 лет. Американке задали пикантный вопрос: как же она может самостоятельно справить нужду? На это женщина ответила, что очень осторожно. Что касается мужчины, есть один человек, который очень щепетильно относится к собственным рукам. Это Шридхар Чилал. Мужчина появился на свет в Индии в 1938 году. И уже в возрасте 14 лет он решил, что не будет стричь ногти на одной руке, а будет их отращивать. За долгие годы ногти выросли до ошеломляющих размеров. Так самый длинный ноготь уже вырос до 130 сантиметров. А суммарная длина ногтей с 5 пальцев равняется 6,2 метра. Своим рекордом индус гордится. Правда, признается, что предмет гордости доставляет ему немало проблем. Со временем они начали деформироваться. А из-за избыточного веса левой руки нервы на левой стороне были повреждены. В итоге мужчина оглох на левое ухо. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, Шридхар обстриг ногти в 2000 году, но оставил их на память. Теперь он только берет их с собой на различные мероприятия, к примеру, на местные ток-шоу. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Самые невероятные факты, самые отборные топы и другие интересные видео. Погрузись в загадочный мир вместе с Бизарро. Видео выходят регулярно. Подпишись и поставь лайк, если понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.